Казахстан надеется на справедливое ценообразование при покупке российского газа. Свои ожидания сегодня в кулуарах правительства озвучил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев. При этом будут приниматься во внимание факторы стратегического партнерства между странами, отметил он. Напомню, ранее компания «Газпром» опровергла заявление Алмасадама Саткалиева о сниженной цене на российский газ для Казахстана в сравнении с Белоруссией и Европой. Цена на любой экспортный продукт складывается из себестоимости, складывается из транспортировки по территории стран, складывается из доходности, которую там производитель того или иного продукта вкладывает в базовую себестоимость. То есть мы понимаем, что цену на газ определяет корпорация «Газпром» и российское правительство. Мы уверены, что ценообразование будет справедливое, исходя из дружеских взаимоотношений и с Казахстаном, и с Республикой Беларусь.